Приветище, это Кэрриан, и мы продолжаем выбираться из лаборатории нашей биомассой. О, компьютер здоровый, я могу здесь протиснуться куда-то. Подожди, давай мы тут все проверим. Интересно же. Вдруг тут что есть еще? Заперто. Походу пока... Тут тоже заперто. Ладно, давай протискиваться, чё уж. Через компьютер. Что это такое? Ё-моё, я чё? Обалдеть, я реально взломал компьютер и могу управлять вертолетом, что ли? Использовать А и Д для передвижения. Я за человека играю. В смысле, как так? Я чё, в разум людей попал? Удерживайте шифт, чтобы бежать. Вон дрон еще летает. Так, ладно, бежим, бежим. А, наверное, вниз лучше нам спуститься, да? Ну, погнали вниз. Дрон-то летает за нами, даже под землю спустился. Так, осмотреть. Здесь заперто. Как так вышло, что я играю за людей? Вот я что-то не понял. Вроде протиснулся в компьютер и проник в разум людей. Прям матрица какая-то. О, можно потянуть какой-то рычаг. Вон оно что, разблокировали двери центральные. Ну, походу, нам теперь только туда. О, дверь! Двери, двери, двери. А, с ними никак взаимодействовать нельзя. Облом. Значит, полезли вниз. Давай шустрее, двуногий! Так долго... А, подожди, осмотреться. Кучка костей и высохшей плоти. Может быть, это будущее? После того, как мы взломали лабораторию... Сюда приехали вот эти научные эксперты. Так, ну здесь как бы... Чё осматривать? А, вот. Вот это тоже смотреть надо. Неизвестная разновидность трубочника. А, то есть я это трубочник. Или нет? Давай тут осмотрим что-то. Установить взрывчатое вещество. Устанавливаем. Отходите оттуда, чуваки. Вы сейчас помрете же. Что она делает там? Смотри, она подцепила себе кабель какой-то к спине от этой взрывчатки. А, это, наверное, катушка. А, сейчас встанет здесь? Да, точно, это катушка была. Сейчас... Мне, да, удосужили подорвать эту стенку? Ну ладно. Подрыв. Года. С Новым годом нафиг. Получено достижение. Дереликт. Новые земли, пустошь. Странно, очень странно. Я ничего не понял, но очень любопытно и интересно. Может быть, мы к этим людям сейчас выйдем? О, рубильник еще один. Поворачиваем. Ништяк. Сквозной проход открыл. Сохраняемся. И лезем, походу, сюда. Где этот проход? Проход! Так, интересно, я... А, у меня же паутина теперь есть, и я спокойно смогу этот рычаг... Да! Спайдерменские происки! Хо-хо-хо-хо! Лезем вниз и... В канализацию. О, я, походу, здесь корни пустил. Урановые шахты. О, а уран это радиоактивное вещество. Я надеюсь, что я при помощи этого урана смогу так хорошенечко подзарядить свое тельце. Так, люди есть. Здорово. Подожди, подожди, ноги тоже съедаем. Самое вкусное, блин. Так, опа, с пушкой. Бежим, 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 бежим. Ё-моё, опасно было. Смотри, Спайдермен! Спайдермен! Еще Спайдермен! Нет, Спайдермен второй не получился, надо сожрать его быстро. Чертовы пистолеты. Фух. Ладно, я хоть жив остался. Выживает, как говорится, сильнейший, да? Тут вроде бы ничего. Лезем сюда.
Есть здесь кто? Снова? Ну блин. Снова такая же дверь здесь. Shift, чтобы обнаружить расщелины. Смотри, что написано. Опасность. Глубинное бурение. Не бегать. Не ходить спиной вперед. Хо. Это было бы классно, если бы вы ходили спиной вперед. Не видели бы меня тогда. О, вот и расщелина. Одну дверцу мы приоткрыли. Пойдем искать две оставшиеся. Так, где еще расщелины есть? Расщелины. Эй. Что-то нигде никого нету. Так, сейчас будем в Спайдермена играть. Получай. О, мощно, мощно, мощно. Твою ж налево. Ай-я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 й. Ребята, идите сюда. И ты тоже иди лежать. Ам-нам-нам-нам-нам. Всех сожру, один останусь. Сколько тел. Че ты в меня стреляешь, а? Хочешь быть сожженным? Так я тебе сейчас это устрою. Он отходит. Я пойду дообедаю. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Так как сладенько. Да блин. Человек-пук! Блин, он попал в меня. Негодяй. За это я его сожру. Ой, отлично. Наелись-то как. Зимний запас, как говорится, пополнен. Все, короче, я понял, что вот эти вот 5 зеленых шкал — это мое здоровье. Чем меньше их у меня, тем меньше у меня здоровья. Мне до этого никто не объяснял, что это за шкалы. Та-ра-та-та. Ручки протяни ко мне. Это твоя судьба. Смотри, какие огоньки классные. Ну чё ты, ё-мо. Опа. Come on, baby. Мне так нравится их притягивать. Просто кайфуешь с этого. Вот так вот тянешь. Сейчас, подожди. Вот так вот ручки тянешь. Оп, оп, оп. Подожди, а если я его швырану? Блин, ничего не вышло с этого. А если... А потолок? Ой, а потолок можно. Нифига себе, как я их шмонтыляю своей рукой. Вот это мощь. Как говорится, эксперименты продолжаются. Вначале люди экспериментировали над этой массой, теперь масса экспериментирует над людьми. Че, пойдем дальше? Огоньки, огоньки. Опа, пистолет. Был пистолет и нет пистолета. Жалко, что я пистолет не могу отобрать и сам пострелять. Было бы вообще кайфово. О, смотри, какие... Это солдаты уже тут пошли. Солдат вызвали. Могу вот так вот сделать. Дверку вот эту вырвать. Черт. Блин. Блин, блин, блин. У них щиты какие-то есть. Вот это неожиданно. Так, одного закинул наверх, сожрал. Игра становится сложнее. Ты посмотри, как я его хаваю. Он что-то плохо хавается, я не понял, что за дела. Спайдермен! Иди ко мне. Мой жеваный обед. Что-то, короче, у них какие-то костюмы крутые, из-за чего я их не могу нормально переживать. Смотри, давай-ка еще разок. Их либо долго жевать надо, либо они не пережевываются из этих костюмов. Они, видимо, какие-то резиновые. Вообще бесполезняк. Вообще. Да, то есть здоровье я с ними не пополню. Хорошо, продолжаем наш путь. Смотри, 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 это же ДНК. Сейчас мы ее разломаем. Так, и залазим. Что нам дадут? Гифарея. Позволяет ломать вентиляционные решетки и деревянные стены. Разрубает врагов. Пойдем-ка попробуем их разрубить. Пойдем попробуем. А, тут уже закрыли все. Блин. Я хотел тебе эти лица разрубить. А если я рычаг поверну обратно, нельзя. Ладно, тогда в расщелину ползем. Еще одну дверцу приоткрыли. Так, смотри, значит. Я могу либо паутину пустить, либо... Что вот это такое вот?
Я как... напрыгивать умею, да? Так, а где моя другая способность-то? Или я ее заменил? Ну, блин, если я способность заменил, то это не круто. Я думал, у меня все подряд будет. Вот, деревянное перекрытие. Вот так вот мы его ломаем. Хлыбыш. Хлыбыш. И здесь тоже можно сломать, смотри. Пол стеночки разнесли, но дальше никак. А, вот, смотри, мы обошли все это дело. Мы снова здесь. А где... Вот они, тела. Давай попробую их разрубить. Можно их разрубить? Не, тела не рубятся вообще вот эти никак. У них какие-то мощные костюмы. Ты, кстати, обратил внимание на мое здоровье? Его стало в два раза больше. Ну и я сам тоже стал в два раза больше. И, кстати, смотри. Глаза у меня были раньше синими, а теперь какого-то желтого цвета. Точнее, не глаза, а эти фонарики на щупальцах. О, наконец-то нашел эту последнюю расщелину. Спряталась она от нас. Все, дверцы сейчас откроются. Бежим скорее туда. Скорее. Так, нам сюда. Все, залетаем в эту бездну. Получено достижение. Клаустрофобия. Урановые шахты. Статус безопасный. А теперь взломано. Я все взломаю, я все взломаю. Пробиваемся дальше. Здорово, ребят. Сейчас я его разрублю, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кстати, людей, в принципе, не обязательно жрать, когда у тебя полное здоровье. Их достаточно просто обезвредить. Так, лампочку отпусти. Ты видел? Остатки от лампочки, короче, повисли. Повисли на его пистолете и крутились на нем. Черт, вот за это я тебя сожру, за то, что ты подстрелил меня. За то, что ты подстрелил меня. Вот так вот. Где твои ножки? Спасибо. Спасибо. Очень было вкусно. Ой. Не получилось его задавить. Ну, не страшно. Подумаешь. Одним больше, одним меньше. Как мне нравится бегать такой здоровой штукой. Машиной. Здорово. Так, нас заметили. Ой-ой-ой-ой, больно. Вот эту штуку я могу поднять, по-моему. Что, если я ее кину наверх? А, не могу, недостаточно силен. Да, недостаточно силен. Тогда я сделаю вот так вот. Здорово. Да съедай ты ее быстрее, хватит вертеть. Она тревогу подняла. Сейчас народ набежит. Че, пойдем дальше? Блин, ну вот это я не могу оставить. Че добру пропадать, правильно? Я слышу крики людей. О, здорово! Здорово, тебя-то я искал. Бабах! Так. Бабах! Вот это мощь, слушай. Я их немножечко пожую так специально, чтобы они точно не встали. После всего, что я с ними сделал. Ребята, здорово. Меня подстрелили, поэтому... Кого-то из вас я сожру. Ладно, эти люди пусть живут. Я же не совсем злой, правильно? Так. Все, уходим. Ну вот. А они переживали, что я такой злой. Жру все подряд. Можем спуститься сюда? Подожди, подожди, подожди. А можем сюда? Что-то странно. Я тут был или нет? По-моему, я тут был. Или нет? Хм. Ну давай протиснемся. Ну да, свалка опасных объектов. Я вернулся. Значит, чего-то мы с тобой упустили. Ну, или я упустил. Так, хорошо. Давай еще раз сюда вниз. Вернулись мы, значит, на токсичную свалку. Помнишь, мы здесь вот останавливались? Здесь не было прохода. Но теперь мы можем сделать вот так. И теперь проход здесь есть. Вот здесь есть, и вот новые двери. Подожди, давай еще обратно вернемся. Нет ли тут тайников, проверим. Нет, вроде бы ничего здесь нету. В
Все, теперь спокойной душой валим отсюда. Все ломаем, конечно. О, вниз можно и в бочину можно. А здесь заперто, тогда сюда. Здрасте. Я миссис Пав. Пришла за пирогом. И чайком. О-о-о-о. Спасибо за чай и угощение. Тупик. А, вот, пролезть можно. Смотри, смотри, смотри. В КС-ку рубает. Там что-то у них аналитика какая-то. Так, вот это значит цепляем. Иди сюда. Нас услышали, черт. Нас услышали. Ладно, ребят, не паникуйте. Я просто ваши компы сломаю. Раз у меня нет интернета, то и у вас не будет. Вот так вот, здорово. Так, вот этот комп... Вздыхай. Что-то вот этот комп не ломается. О! Вот это я понимаю. Че, тут вроде бы все? Закончили со всеми. Че, дальше куда? А, вот сюда, смотри. Ну, ладно, рубильничек. Достанем, нет, как думаешь? Блин, тут бы паутинка помогла. А ее у меня нету. Ну вот. У меня вместо паутинки-то сейчас удар, который прошибает доски. А, погоди, разместить биомассу. Тут что, разлом, что ли? Я не вижу его. Ого, ого, кокон какой. Фига себе, что это такое? Я что, перерождаюсь, что ли? Смотри. Я превратился в какой-то кокон. Я переродился? А-а-а! И у меня теперь есть паутина. Прикольно. Это типа мой брат, у которого будет удар, а у меня есть паутина или что? Ладно, сейчас разберемся, подожди. Офигеть, конечно. Стреляем. А, здесь никак. А-а-а! Стрелки в трубах показывают направление движения. Все, я въехал. Схватите и поглотите кокон, чтобы пополнить биомассу. Так. Короче, я понял. Когда я маленький, я могу использовать паутину. Когда я большой, я не могу использовать паутину, а только бить. Вот и все, вот и вся логика. Мои умения зависят от моих размеров. Ой, не то нажал. Захватываем разлом. Е-е-е. Я надеюсь, что эта дверца нам поможет выбраться на поверхность. А иначе, что мы тут забыли? Долбанные лаборатории. Как они меня бесят. Смотри, как мы сейчас его... Хоп! Вот так вот. Можно его к себе вот... Давай! Падай ко мне прямо в рот! Не, никак. А если я его просто кину? Бинго! Здесь тоже есть какой-то разлом. Какое-то сияние вот тут, но это не разлом. Ну вот. Сейчас мы его схватим тоже. Да! Пошел в пекло! Значит, залазим. Откроем дверку тут для приличия. Ага, можем выйти сюда, в эту канализацию. Здесь ничего. Но можем также еще вот сюда, к воде. К воде, а что тут? Разместить биомассу. Для чего? Для чего разместить? Сейчас узнаем, для чего. Так. А, вот он, проход-то, кстати. Ну, погнали. Получено достижение. Интоксикация. Где я? Чуть-чуть. Новые земли. Пустошь. Что, неужели я сейчас выберусь на поверхность, а? Хватит уже по этим лабиринтам лазить. Нет, еще не выберусь. Черт. Новые земли. Топь. Капец, когда ж я вылезу наверх? Рубильничек не переключить пока мне никак. Оу, вот это я взлетел. База Риф Левиафана. Статус безопасно. Сейчас взломаем, мы хакер от бога. Сейчас все взломаем. Опа, щиток. Нафиг, щиток. Тут я могу кокон отложить. Сделаем это чуть позже. О, лазеры, лазеры, лазеры. Давай проверим. Сейчас туда щупальца подкину. Дверка закрывается сразу. Видал? Наверное, зря я это сделал.
Ну ладно. Другого выхода-то у меня не было. Переключаем рубильник. А, вон он, что я сделал. Ладно, ползем пока сюда. Я снова, короче, запустил тот лазер, и двери открылись. Опа. Что это такое? Опасная штука, это робот. Это робот. Вот так вот у тебя робот. Готов. Открылись снизу и сверху. Музыка какая-то подозрительная. Протиснуться куда? А, компьютер. Взламываем снова компьютер. Пофиг, пляшем, сверху надпись. О, я снова за этих чуваков играю. Так. Получается, они подорвали тогда проход и проникли внутрь. Сюда. Честно, я до сих пор не понимаю, что это за чуваки и что они тут делают. Скорее всего, это будущее. Я будущее вижу. Мне так кажется. Лезем вниз. А если я отсюда упаду, я разобьюсь, интересно, или нет? Да, после этого чудища, которое перемещается как реактивный по этим лабораториям, человеком играть как-то не очень. Он такой медленный, капец. Сколько тут всего? Может, я что-то пропускаю, я не знаю. Тут осматривать же можно объекты, но я пока ничего такого не видел. Ну дайте уже что-нибудь осмотреть. О, смотри, осмотреть. Нитку какую-то. Что это такое? На переключателе нет рычага. А где ты вообще переключатель-то увидел? А, наверное, вот эта штука, коробочка снизу. Это и есть переключатель. И чего? Ну, спрыгни вниз, вон туда, куда-нибудь. Давай, спрыгивай. О, красавчик. Не разбился даже. Теперь идем в эту сторону. Что-то тут никаких следов биомассы этой нет, за которую я играю. Может быть, это и не будущее, нифига. Тут заперто, вниз, значит, надо. Ух, сейчас будем падать, походу. Юху! А вот и биомасса, смотри. Вот это я бесстрашный, вообще, капец. Подойдем к биомассе. Она даже не пульсирует, или пульсирует, не видно. Жижа какая-то странная, булькающая. Погоди. Поднять рычаг. Где ты его увидел? Я не вижу рычаг. А, вот он лежит. Вот, видишь? На гвоздь большой похож. Забираем. И сейчас нам придется вернуться обратно. А это что такое? Осмотреть. Затвердевшие останки гигантского существа неизвестного происхождения. Динозавр, что ли? Кстати, а где мой дрон и два моих подопечных? Я вообще не понял. Что я тут один делаю? Мне же страшно. Они засали и не пошли со мной, что ли? Давай, короче, чел. По-быстренькому, по-быстренькому. Здесь тупик. Подтянуть. Ого, вот это я мощный. Мощный ботан. Теперь нам сюда надо, походу. А вот и ребята. Ребята, я нашел рычаг. Зря вы, конечно, со мной не пошли. Там столько интересного было. Это я типа интригу завертел. Чтоб они жалели, что со мной не пошли. Вставляем рычаг. Ага. Заперли дверь. Подтянуть. Такая цепь здоровья. Че, я подтяну, что ли? Жесть, я че, Халк, что ли? Откуда у меня такие мощные руки? Вроде не зеленый. О-о-о, кокон. Кокон, который я оставлял, когда играл за нечто. Ну, давай посмотрим. Собрать образец. Получено достижение «Идеальный организм». Блин, капец, сюжет заворачивается. Что-то стало любопытно больше за людей. Что они натворили? Чем за эту биомассу играть? Так, ладно. Сюда мы не пролезем. Нам сюда. Эй,
как тут прикольно. Какая тут флора, фауна. Короче, зелень. Короче, зелено здесь хорошо так. Может, мы в лес уже наконец-то выберемся, а? Так. Мне нужно отложить личинку. Нам надо вернуться к воде вот сюда. Оставляем кокон. Мы стали меньше и теперь умеем пускать паутину. Что нам на руку. Так, так, так. А я... Блин! Я теперь обратно за своим коконом не смогу вернуться. Эх. Ну ладно. Оп-оп-оп, спокуха. Черт, спугнул мужика. Спугнул. Ну, блин, зря его, наверное, убил. А может и не зря. О, я подрос снова. Это хорошо. Тогда поедаем. Мы можем протиснуться либо в эти двери, либо в эти двери. Либо вот в канализацию. Че, куда пойдем? Куда зайдем? Давай через канализацию. Хотя нет, давай через двери. Здорово, чуваки. А че вы такие бледные? Как будто смерть увидели. Тут больше ничего нету, выходим. Зайдем в ту дверку. Здрасте. Я ваша мама. Не родная, конечно, но... Теперь вы во мне. Так что считайте, что я ваша мама. Теперь в канализацию. О, и фиолетовые какие-то оттенки появились, помимо красного. Ботанический сад. Ура, мы почти выбрались, почти выбрались. Ботанический сад — это всяко лучше, чем канализация и прочая всякая фигня. Так. Чё ты сломал? Ну вот. Лампочку отрубил. Полезли, короче, по верхней части, но сперва я хочу проверить вот эту штуку. Можно оторвать, нет? Чё-то вот эта штука должна делать, по-любому. О, пистолетики. Приветики, пистолетики. Там наверху бегает. Сейчас будем разбираться. Тут лазер есть. Черт. Дверку закрыли. Здорово! Был мужик и нет мужика, может быть и тетки. Переключаем рубильник. Ага, вот эту дверку открыли. Кошерно. Кошерно. Зайдем в хозблок. А, это электрощит. Так, 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 спокойно. Спокойно, блин, по щупальцам попал, засранец. Вот так вот его прокатил. Решеткой немножечко. За это я тебя съем, за то, что ты в меня стрелял. Человеческий гуманоид. Точнее, гуманоид просто, не человеческий. Пойдем спасем женщину. Она там что-то нервничает. Как бы мне вот эту штуку взломать, а? Может, мы в нее влетим? О, я ее, по-моему, сломал. А нет, не сломал, она заперлась опять. Давай-ка, короче, эхо крикнем. Эхо. Где расщелины? Надо бы сохраниться. А, так вот, мы же отсюда пришли. Короче, сохраняемся. И на сегодня это все. Если тебе понравилось вот это нечто, и ты хочешь увидеть продолжение, чем все закончится, и как вообще это все произошло, узнать историю происхождения этого существа, то с тебя лайк под этим видео и подписочка, если ты еще не подписан, иначе ты пропустишь крутые видео. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.